Парламентская аллея появилась сегодня на пустыре возле издательско-полиграфического комплекса «Преамурье». Более 250 саженцев березы, боярышника, ясеня и бересклета были заранее выкопаны в лесополосе Благовещенского района. Озеленяли город не только амурские парламентарии, политики, члены молодежного парламента, но и студенты, а также учащиеся детского дома села Садового. Всего 120 человек. Идею переняли у парламентариев Беларуси. Во многих городах республики уже давно цветут парламентские фруктовые сады. Благовещенск решили озеленить традиционными амурскими растениями. Перед посадкой всем выдали инвентарь и провели инструктаж. Галина Корень, учитель биологии, все эти правила знает. Говорит, за 57 лет преподавания в школе высадила сотни деревьев. Я сама по профессии учитель, биолог. Поэтому мне пришлось садить очень и очень много с учащимися вокруг и своей школы дальше. И озеленяли мы город. За высаженными деревьями будут следить и депутаты, и школьники, и специалисты Зеленстроя. Парламентские аллеи уже украшают улицы Шимановская и Завитинска. Следующий такой парк появится в Свободном.